То же самое, значит, одессит идет мимо тюрьмы и увидел там знакомого. Спрашивает его: «Шо, ты уже сидишь?» Он говорит: «Ну, как видишь, я уже так и сижу». «И что, тебе здесь хорошо?» Он говорит: «Да что, ты очень плохо». «А что тебе дают кушать?» Он говорит: «Что дают кушать?» «Черный хлеб и воду». Он говорит: «Шо, а что, ты не мог вот это же самое кушать дома?»